На время режима самоизоляции депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проводит личный прием граждан в дистанционном формате. Находясь в штабе Одинцовского отделения партии на Можайском шоссе, парламентарий общается с людьми по видеосвязи или телефону. Обращений по различным вопросам поступает много, и все они отрабатываются, как и раньше. Отсутствие очного обсуждения на решение проблем сказываться не должно, считает депутат.